Against the shit. Привет! Привет, всем! Знаете, что я придумала? Я придумала сделать тренировку онлайн, в онлайн режиме. Буду при вас делать упражнения, может быть, что-то объяснять. Вот. И отвечать на ваши вопросы. Офигенно? Офигенно. Первое упражнение, которое я делаю на жопу, это жим ногами. Но жму я пятками. Потому что нагрузка больше идет на ягодичные, а не на квадрицепсы. При этом я еще выключаю поясницу. Сейчас покажу как. Делаю медленно все. Осознанно. Жопа выросла, кстати. Смотрите. Ставлю ноги чуть выше, чем обычно. Маша, привет. Убираю поясницу, чтобы было удобно, чтобы она не отрывалась. И толкаю пятки. Хватаюсь вот так, чтобы поясница выключалась. И жму. Колени не вспоминаю до конца. Увеличиваем постоянно, чтобы было тяжело делать, чтобы мышцы испытывали стресс. Да, спасибо. Маша, это вот, которая пишет Ткачук, это просто богиня жоп. У нее самая крутая жопа из всех, которые я видела. И вот, мы с ней общаемся всегда по поводу тренировок, питания. А мне приятно, когда меня хвалят. Почему я до сих пор живу у Никиты? Мне весело с ними жить, с ними интересно, классно. Рядом зал, не надо никуда ездить. Вот. Снимаю контент у них. Вечеринки у нас постоянно, знакомства новые. Сити — это как маленькое какое-то сообщество, где много реально интересных, классных людей. Постоянно новые знакомства. С короткими волосами красивые, но с длинными волосами мне больше нравятся. Слушайте, я вообще с длинными волосами другой человек. С короткими иная личность. Поэтому мне и так хорошо. Тусовку буду снимать. Ну так, не сильно, но буду. Не всем интересны наши тусовки. Где мой парень? Кто у меня парень? Это я сама себе парень, знаете, как сам себе режиссер, так я сама себе парень, походу. Красивая девочка может жить с парнями? Конечно, может. А у нас дружба, мы давно дружим. И у меня отдельная комната. Огромная квартира. Think about it. Так, я делаю последний поход.
шапочку надену. Больше всего мотивирует деньги. Ну и, конечно же, офигенное самочувствие. Офигенное отражение. Характер другой стал с короткими. Так лучше выливаюсь, сильно, самодостаточный. Да, кстати, но знаете, я считаю, что все-таки изменение характера — это причина, а не следствие. Именно из-за того, что у меня изменился характер, я решила подстричься. Это как протест всему миру. Протест людям, которые воспринимали меня как куклу. Это, вы знаете, как проверка. А как меня будут воспринимать без волос? Волосы — это же всего лишь оболочка. Это все, это просто, это, ну что, ну они, до чего? Это же не состояние души, это не твоя внутренняя энергия. Это просто волосы. Просто жаль, что некоторые этого не догоняют. Так, всем пока, скотчем. Вот с таким весом я делала. У меня 10, 10, 10, 30, 40 и 15. Получается 55 и с той стороны 55. Короче, 110 килограмм, еще платформа. Вот так-то. Слабый, девочки, слабый пол. Сейчас я разберу эту хрень. Подождите, подожди, не уходи, не падай. Что здесь? О, господи, что происходит? Как что у меня вылезла какая-то хрень? Ну, короче. Следующее упражнение у меня. Ой, вы тут что-то пишете, я не вижу. ЗОЖ — это супер. Только ЗОЖ и усердный кач. Да, понятно? Так-то. Кто так сможет? Вы, похоже, стали на модель Элину Камерен. Не знаю таких. Принимаю тебя. Да. Что ты с собой сделала, фу? Чего тебе не хватает в жизни? А вы не догадываетесь? Тяжело дается тренировка после большого перерыва. Видно, тяжело тебе. Так я специально беру такой вес, который мне тяжело. Смысл ходить на тренировку, если легко, что за бред?
Сколько тебе лет? Мне 24. В общем, второе упражнение, сейчас покажу, офигенное. Офигенно пробивает, именно вот, сейчас покажу. Вот верхнюю ягодичную, вот, чтобы она была прям круглая, как тумбочка, как стол, так. Сейчас переставлю скамейку. Смотрите, что я делаю. Короче, вот ставлю вот так скамейку. Опускаю Смита прям до скамейки, до упора. И чтобы он не болтался туда-сюда и не слетал, мы закрепляем гриф вот такой вот фигней, дыра махов. Сейчас покажу, как это делается. Да, вас поставить, как неудобно вот это, да? Есть, да? Во. Не во. Короче, ладно, показываю вот так. Берем вот эту хрень, вставляем вот так. Смита. Блядь. Пидораска. Извините за мат. Дети, выходите из чата. Одной рукой мне неудобно делать. Ну, короче, принцип вы поняли. И затягиваю вот так. И все, оно перестает ходить, и мне будет удобно делать упражнение. Сейчас покажу. Делаем упражнение. Сейчас вес повешу. Thank you.
Вроде 94-99 человек. Смотрите. Ну, интересно, да, смотреть. Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и на то, как девочка качает жопу. Ой, спасибо, девочки. Ух, спасибо. Тебе 24, выглядишь на 44. Обидно, пизда. Чтоб доплакать. Спасибо за комплименты. Что тут за флут пошел в чате, не пойму. Мэн со стрима в стриме. Пошутила, так пошутила. Не, ну я чуть, короче, это поправилась. Лиза, красотка, спасибо. В спортзале, ага, в спортзале. Так, короче, делаю следующий подход. Ребятки, кому не нравится, выходим из чата. Я по вам скучать не буду, вас никто не держит. И можете пойти сюда, кому что не нравится. Оля Коровина, первого парня она увела. Какая Оля Коровина, какой парень. Привет. Фу. Не, я не общаюсь ни с кем. Я вообще псих-одиночка. Так. Учитесь, пацаны, вот реально, пацаны, учитесь. Я вчера пацана на руках поднимала. Жесть, да? Не, ну, сильная я, девочка, сильная, конечно. Но только телом. Жаль, душа у меня очень ранимая. И доверчивая. Да, упражнения офигенные, просто охеренные, топовые. А, можно побольше домашних тренировок. Знаете, ребят, ну, если вы хотите реально классную жопу, нужно идти в зал. Ну, какой дом? Дома можно, ну, я не знаю, там, потянуть для расхода калорий, там, новичкам, окей. Но если вы реально хотите большую попу, то не получится дома накачать. С Массисом мы не общаемся. По-моему, мне сегодня снился даже.
Я не помню, какая-то дичь в последнее время снится. Есть ли смысл покупать степпер для дома? Конечно, есть. Офигенно, обожаю степпер. Супер. Супер. Так, все, пошла дальше. Пойду делать дальше. У меня еще два подхода. Нормально так все пробивает. Сейчас чуть накину пятерочку. Без протеинов можно накачать, можно, надо быть в профиците калорий, не от протеинов зависит, не от протеинов, конечно, в какой-то части тоже, но протеин синтезированный, это то же самое, что, например, в курице белок, тот же самый белок, почему не есть тогда просто курицу, рыбу, все белковое, нафиг вот эти порошки, ты меня особо не наедаешь так-то. Молодец, благодарю. Как ее подкачать? Привет, у меня попа большая, как ее подкачать? Что я сейчас по-вашему делаю? Я же специально показываю упражнения, выкладываю постоянно. Ну? О, сейчас вес, не буду говорить. Я текла. Отеки меня застали врасплох. Лезгинку станцуй, да. Вечером лезгинка будет. Сегодня вечеринка. А это значит лезгинка будет лезгинка. Привет, ребята. Я думаю, что мы уже будем прощаться. Хочу послушать музыку в наушничках. Лиза, ты очень вдохновляешь. Спасибо. Зайки, пожалуйста. Я только рада. Меня бы кто-нибудь вдохновлял тоже. Где мое вдохновение? Где мой вдохновитель? Где? Ладно, пора сворачивать горы. И идти в светлое будущее. Три самых плохих качества. Ладно, отвечу на последний вопрос. Самые плохие качества. Прокрастинация. Пыльчивость и ведомость и доверчивость. Вот, эти, я считаю, самые для меня не очень хорошие качества. Все, ребят, пока вам. Пока вам. Хорошего дня. Все.